Сейчас попробую заснять майских жуков. Сумерки уже. Вот это дерево все кишит ими. Сейчас сначала на зум включу. Конечно, со штатива надо такое снимать. Теперь попробую подойти. Старики рассказывали, что очень давно майских жуков было очень много. Каждую весну стаи летали, и даже посевы страдали от них. Но в нашей молодости, в 70-х, 80-х годах, мы уже за этими жуками охотились. Они, конечно, были не в очень больших количествах. Я помню, когда в детстве ловили их, сажали в банку с березовыми листиками и хвастались друг перед другом. Говорят, что к 70-м, к 80-м годам количество майских жуков резко уменьшилось из-за массового применения гербицидов в сельском хозяйстве. Но, как мы знаем, в 90-х и после сельское хозяйство потихоньку разваливалось, и природа сама очищалась от гербицидов. Ну и я думаю, в этом году мы видим результат этого очищения. Посмотрите, сколько майских жуков. Первый раз я в этом году обратил внимание, когда поздно вечером шел с работы, и что-то хрустело под ногами. И только проходя мимо фонаря, я увидел, что хрустят, оказывается, майские жуки. Ну, уже мертвые, упавшие. А потом только я поднял голову вверх и заметил стаи этих жуков, летающих вокруг деревьев. Так что мы с вами являемся свидетелями еще одного чуда. Возрождение поголовья майских жуков у нас в стране. Так что поздравляю. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.